Дорогие друзья, сегодня 8 марта, и мы решили вместе с отделом ГИБДД города Нижневартовска необычно поздравить наших женщин. В общем, давайте, ребята! Добрый день, ГАИ города Нижневартовска, старший лейтенант Федосил, документы ваши, пожалуйста. Ирина Витальевна, сзади номер у вас не читается, надо протереть. На самом деле у вас все в порядке, номер у вас чистый, как вы видите, мы просто хотим поздравить вас с праздником. Хорошей дороги вам. С 8 марта.